Ровная дорога заканчивается сразу после поворота с Рамадановской трассы к 5 селам района. Но если до Красного узла еще кое-как доехать можно, то дальше настоящая полоса препятствий. Чтобы добраться до сел Липки, Салма, Вырыпаева и Новотроицкая горка, люди едут по полю. В сухую погоду это ухабистая грунтовка и то лучше, чем так называемая проезжая часть, которая уже 30 лет не видела капитального ремонта. Вообще дороги нету. Ездим мы кое-как. Осенью особенно в грязь. Мы еле-еле ходим. А сейчас вот мы ездим по этому, по полю. Грунтовой, да. По грунтовой мы едем. Автобус никакие не ходит. Никакого транспорта нету. Раньше сюда хотя бы по четвергам ходил рейсовый автобус, но теперь и раз в неделю его нет. Местным жителям приходится убивать свои легковушки, добираясь до дома. С работы, из больницы или из аптеки, ближайшие из которых в Рамаданове. А чем ближе к селам, тем глубже ямы. Такое ощущение, что вся дорога состоит из одних только ям. И это, говорят, еще цветочки. В сами села на легковой машине вообще не проехать. Только до остановки в центре. Это вот постоянно здесь дорога такая будет, вся убийственная. А до села Салмы доезжаем, там вообще грунтовая дорога. Там дороги вообще у нас нет. По улицам нет дорог. Там две улицы у нас, дорог нет. Вот приезжает скорая помощь примерно, она доезжает только до центра. Уж скорая помощь приезжает, минутку, скорая помощь приезжает эти вездеходы, УАЗики, и то не соглашается туда ехать, потому что там колеи одни. Были случаи, что людей на санках везут, на санках хотя бы вот до центра, чтобы там погрузить его в скорую помощь. Алексей Хохлов, житель Салмы, с горечью рассказывает, как его жену, которой подскочило давление, успела парализовать, пока к ней ехала скорая помощь. И все из-за разбитой дороги. Водитель служебной машины несколько часов не мог найти, как подъехать к дому пенсионерки. Жена у меня получила инсульт. Я вот там по этой улице жил, как раз на верхней, там в конце. 5 часов ехала сюда скорая помощь. Не могла проехать. Поехала вот через нижнюю улицу, хотела проехать. Там не проехал, потому что была такая погода, ну, сырая. Вот. Поехали через Рамаданово. Через 5 часов только приехали и забрали ее. Вот. И сейчас все лежит уже больная. А могли бы, может быть, побыстрее, если бы сделали, то бы была бы дорога, то бы, может быть, она и сейчас, так сказать, была в здравии. А сейчас на первой группе. Жители 5 сел почти 10 лет добиваются, чтобы им сделали нормальную дорогу. Обращались и к главе Рамадановского района, и в УПРДОР, и в ГАИ, чтобы оценили, насколько небезопасно здесь ездить. Районные власти обещали починить путепровод, связывающий села с райцентром, до 2016 года. Но обещания не сдержали. Люди писали коллективные письма и в Генеральную прокуратуру, даже обращались на прямую линию к президенту, но результата так и нет. Последняя надежда местных жителей – на помощь главы республики. В 2017 году на предвыборной кампании глава республики затронул этот вопрос и пообещал, что в 2018 году начнется реконструкция данной автодороги местного пользования. Но мы надеемся, что глава республики, как мужчина, как человек, занимающий высокий пост, да, в регионе, он все-таки сдержит свое слово, и жители все-таки начнут ездить по дороге, которая соответствует нормативным стандартам. Ведь эта дорога – их единственная связь с внешним миром. Людмила Чекал, Владимир Ильин. Наши новости из Рамадановского района Мордовии.